Здравствуйте! В этом видео я покажу, как поставить айфоновские эмоджи на смартфон Xiaomi. Видео было снято для канала Knowledge Reactor. Итак, необходимо установить это приложение Custom Font Installer for MIUI и дальше открываем его. Разрешить. Здесь выбираем эмоджи и iOS 13. Дальше внизу нажимаем Download и нажимаем Установить. И выбираем первый метод. Теперь необходимо перезагрузить устройство. Итак, телефон я перезагрузил. Теперь открываем какое-нибудь приложение, чтобы проверить. Зажимаем здесь и выбираем эмодзи. И теперь мы можем видеть айфоновские эмодзи. Всем спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте лайк. До свидания.